Всем привет, дорогие друзья! Я недавно делал видеоролик о том, как избавиться от грибка или плесени на стенах, в домах, в комнатах, на окнах бывают, там на откосах. Но столкнулись с такой проблемой, что многие люди, которые писали в комментариях, описывали, что стандартные средства, которые эта химия продается в строительных магазинах, она малоэффективна, а иногда и вообще неэффективна. Сегодня я хочу вам рассказать, что нам нужно для того, чтобы сделать самостоятельно раствор, который не просто будет работать, а будет работать эффективно, который удалит эту плесень и этот грибок. Для того, чтобы нам сделать этот раствор, нам понадобится 10 литров воды, порядка 40 градусов. Если вода холоднее, то кристаллы медного купороса тяжелее растворяются в холодной воде. Лучше всего, когда вода теплая. Туда добавить уксуса, порядка 30-40 грамм. И туда же добавить пару ложек хлоросодержащей жидкости. То есть пойдет либо белизна стандартная, которая на хлоре основана, или деместоса. После того, как мы сделали его, нужно тщательно перемешать, и чтобы он немножко настоялся. Пусть постоит хотя бы минут 20-30. После того, как он настоится, его можно применять. Для того, чтобы удалить плесень или грибок, нам будет необходим скребок, наждачная бумага, мыло антибактериальное. Перед тем, как наносить наш раствор, если у вас глубоко уже вошел этот грибок, его нужно удалить наждачной бумагой либо скребком. После чего взять губку и антибактериальным мылом тщательно помыть этот участок и дать просохнуть. После того, как просохнет этот участок, наш раствор, который мы приготовили до этого на основе медного купороса, уксуса и хлора, заливаем в обыкновенный опрыскиватель, который для мытья стекол, допустим, бутылку взяли, пустую в него набрали, и наносим небольшой слой на сам грибок. Даем высохнуть, после чего можно уже наносить остальные декоративные, если там покраска у вас или что-то еще делать. То есть все делается очень просто, и это действительно эффективный метод. Но учитывайте то, что если у вас грибок очень сильно уже въелся, то возможно это придется повторить несколько раз. Если вы сделаете все, как я скажу, то грибка у вас больше не будет, и появляться он не должен. Но предостережение одно еще раз скажу вам. Значит, когда вы будете наносить этот раствор медного купороса, вы должны работать в перчатках, желательно на глаза одеть защитные очки, чтобы вам брызги медного купороса не попали в глаза, потому что они могут оставить ожог. Также желательно закрыть части тела, чтобы не было попадания, соответственно, чтобы не было раздражений никаких именно от этого медного купороса. И еще один момент. После того, как вы нанесете медный купорос на поверхность, там, где у вас грибок, либо плесень, вы должны тщательно проветрить помещение. Помещение нужно проветривать, по крайней мере, часа полтора-два, для того, чтобы вы не дышали этой химией, потому что медный купорос может вызывать у некоторых негативные реакции в организме. Поэтому, чтобы это избежать, значит, проветривайте помещение и пользуйтесь защитой рук, глаз, соответственно. Но вы должны знать, прежде всего, что это обычно грибок, является индикатором того, что у вас стены в этих местах промерзают. Либо это стены, либо это откосы, то есть промерзание. Там, где у вас повышенная влажность, то есть место, где промерзает, там конденсируется влага, а потом вдруг занесенные с улицы споры грибка попадают на эту влагу, и, соответственно, из-за этого получается так, что у вас этот грибок появляется именно в доме. Если кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!